Красивую девушку. Спасибо. А возле нее кого ты видишь? Ну, не знаю. Умница. Уже лучше. Ты находишь? Да. Прежде ты видел только дерьмо, а теперь его нет. Отсюда вывод. Ты вычистил все внутри. Теперь нужно заполнить эту пустую раковину. Не оставлять же ее так. Итак, смотри хорошенько перед собой. Милое лицо. Что в нем интересного? Не представляю. Гляди внимательно в глаза. Что ты там видишь? Ну, доброту. Верно, через край. Еще что? Смотри. Ну, они вроде ничего. Вот именно, они красивые. А еще что? Что в них еще? А еще? Там есть нежность? Ну, конечно, полно. А любовь? Да. Любви там навалом. Переизбыток. Тогда нужно выпустить ее. Признайся мне в любви. Чего? Ты любишь меня? Да, в смысле, ну, я к тебе испытываю определенные чувства, но это наверняка дружба, которая... Ты любишь или не любишь? Я полюбил тебя. С самой первой секунды. Вот, так скажи это. Это довольно трудно. А почему, знаешь? Нет. Потому что тебе этого не говорили, ведь так? Трудно отдавать любовь, не получая ничего взамен. Да. Я люблю тебя, Андре. Пожалуйста, ты получил любовь. Теперь можешь и мне дать немножко. Твоя очередь. Я люблю тебя, Ангела. Как бы тебя ни звали. Ты прав. Повтори это, но без имени. Люблю. А теперь посмотри на себя внимательно и скажи это. Не могу. Можешь. Посмотри на себя. Тебе так не хватает ощущения, что тебя любят, что ты нужен. Неужели ты не видишь, что заслуживаешь заботы и внимания? Смелее! Не отказывай своему израненному телу, которое так долго и безропотно терпит тебя. Скажи ему, что у него свой смысл, свое место. Дай ему то, что оно заслуживает. Люблю тебя, Андре. Люблю. Я тобой горжусь, Андре. Ладно, пойдем поедим. Я голодная. Ты только об одном и можешь думать. Не влюбилась часом? Эй, не путай роли, пожалуйста.